Нас смотрят люди со всех уголков мира, и они присылают нам свои свидетельства о том, как Бог прикасается к ним. Вчера я получил письмо от одной женщины из далекой Бразилии. Дух Святой прикоснулся к ней и к ее сыну. Они вместе молились и исполнились Духом Святым. Помазание Божие наполнило всю комнату, где они находились. Так что Дух Божий посещает людей в разных уголках планеты. Я прошу вас делать репост нашей программы в соцсетях. Таким образом, мы сможем достичь еще большего количества душ для Бога. И еще большее количество людей смогут получить благословение. Сегодня мы снова будем молиться о больных, а также молиться о ваших молитвенных нуждах. Мы получаем множество просьб о молитве, о ваших семьях, о решении финансовых трудностей, об исцелении больных, о восстановлении семей, а также вы просите молиться о ваших городах и странах. Мы живем в такое время, когда нам просто необходимо молиться. И мы как церковь должны молиться. Мы живем в сложные времена. Но вы помните, что сказал Иисус? В этом мире вы будете иметь скорби. Но мужайтесь. Ибо я победил этот мир. Иисус победил коронавирус. Он победил дьявола. Он победил смерть. И не только смерть, но даже страх смерти Он тоже победил. Знаете, почему так много людей напуганы коронавирусом? Все сводится к элементарному страху смерти. Но нам с вами бояться нечего. Иисус Христос победил смерть, и Он победил всякий страх смерти. Могу я услышать аминь в ваших комментариях, хотя бы так виртуально, на сей момент? Аллилуйя! Я немного подожду, пока к нам присоединится еще больше людей. И потом я поделюсь с вами несколькими историями. Скажите «Аминь», пожалуйста. Аллилуйя! Слава Господу! Сегодня мы будем говорить о силе наших жизней. Наши истории имеют огромную силу. И поверьте, то, что Иисус совершил в вашей жизни, действительно очень сильно и мощно. Никто не сможет отобрать у вас то, что Бог совершил в вашей жизни, того, что Бог сотворил в вашей жизни. Дьяволу никак не украсть. И также это не смогут украсть у вас и люди. Иногда люди подходят ко мне с такими словами. Пастор Гермес, мы считаем, что время чудес уже закончилось, что чудеса были только в первом веке нашей эры. А сейчас настало время Библии, так что сейчас уже не время чудес. Это все в прошлом. На что я им отвечаю, простите, но вы опоздали. Я видел чудеса своими глазами. Для меня чудеса — это не просто часть богословия. Хотя в Библии ясно говорится, верующих же будут сопровождать сии знамения. Всех верующих. Там не указана дата окончания срока действия. Единственный стих в Библии, говорящий о том, что однажды дары прекратятся, связан напрямую с пришествием Господа. Библия говорит, «И когда придет совершенное, уже не будут даваться знания, и дары упразднятся». Но это совершенное еще не пришло. Поэтому сегодня нам все еще нужны дары. «Я видел чудеса своими глазами».
Я был очевидцем чудес. Я видел, как прозревают слепые, как глухие начинают слышать, а хромые — ходить. Я не просто прочитал об этом книге. Я сам это видел. Для меня это не просто теория. Я сам стал свидетелем этого. Я возлагал руки на больных, на тех, кто не видит. И на моих глазах они начинали видеть. А также я возлагал руки на глухих. Даже глухих от рождения, и видел, как к ним возвращался слух. Во имя Господа Иисуса Христа. Сила Божия производила в них перемены. Поэтому, когда у вас есть история, никто не может забрать ее у вас. Библия полна историй о чудесах Божьих. Что означает история о слепом Бартимее? Это его история победы. А как насчет истории о воскресении дочери Иаира? Это не что иное, как история победы. А как насчет истории о женщине, страдающей кровотечением? Это очень известный отрывок из Писания. На самом деле, это не что иное, как история о победе. Я могу перечислять историю за историей из Библии, и вы увидите, что в них раскрываются победы людей, получивших свое чудо. Библия полна историй. В ней так много историй. Библия призывает нас с вами провозглашать или возвещать славу Божию. Я хочу показать вам это место Писания. А вы пока можете перепостить нашу программу на свою страницу в интернете. И так сказано: «Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его». Это 95-й Псалом, 3 стих. Это повеление Господа. Он не просто предлагает, но велит нам возвещать Его славу во всех народах. As suas obras maravilhosas entre todos os povos. Он велит нам возвещать Его чудеса во всех племенах. Иисус сказал: «Никто, зажигая светильник, не ставит его под перевернутый кверху дном сосуд и не прячет его под кровать, а наоборот, его ставит на подставку, чтобы все, кто заходит, видели свет». Ваша история — это свет, который должен освещать путь другим. Делитесь историями. Делитесь тем, что Бог сделал в вашей жизни. Люди должны услышать об этом. Если Бог вас исцелил, расскажите об этом другим. Если Бог вас освободил, поделитесь этим еще с кем-то, чтобы люди могли услышать о том, что сделал Бог. Об этом нужно сказать во всеуслышание, потому что люди в мире сегодня должны услышать о том, что с вами произошло. И ваша история сегодня придаст им силы, когда они столкнутся с чем-то подобным завтра. А я хочу поделиться с вами историей, которая произошла во время трансляции нашей программы на неделе чудес. Аллилуйя! Слава Господу! Итак, это случилось во вторник. Я сейчас вам покажу эту историю. Данная история прислана нам в письменном виде. Но также мы просим людей присылать нам свое видео, чтобы мы могли показать его всем. Это история женщины по имени Сара Фернандес. Кстати, Сара смотрит нас прямо сейчас. Она работает психологом. Живет она в Бразилии. Мы знаем Сару уже долгое время.
Она подключается к нашим эфирам практически каждый день. Во вторник, когда она смотрела наш прямой эфир, сила Божия коснулась ее. И в прошлый вторник она получила свое исцеление. Я прочту вам ее письмо, и пока я читаю, я хочу вдохновить вас верить в то, что вы тоже примете чудо от Бога. К нам присоединяется все больше и больше людей. Обычно многие люди подключаются уже в ходе эфира. Мы хотим поделиться с как можно большим количеством людей тем, что Иисус во время наших эфиров исцеляет больных. И сегодня Он исцелит еще больше людей. А вот о чем говорится в ее письме. «Меня мучила боль под левым ребром. Эта боль была похожа на ту, что человек чувствует, когда у него камни в почках. Я знаю, потому что я переживала такую боль раньше. Во время прямого эфира во вторник я приняла молитву. И боль исчезла во славу Божию. Также во время молитвы я чувствовала Божье помазание на моей жизни. Спасибо вам за молитву. И за привилегию участвовать в этом благословенном прямом эфире. Искренне ваша, Сара Фернандес, Белем, Бразилия. Obrigado por orar e pelo privilégio que eu tenho de participar nesta abençoada transmissão. Также после этого эфира мы получали истории об исцелении людей в Финляндии. Nós temos pessoas que já foram curadas na Finlândia. Штате Колорадо. И также были истории от людей, живущих в других частях Бразилии. Сейчас вы видели эту историю от Сары, которая живет на севере Бразилии, в городе Белем. Поэтому для Божьего Духа нет расстояний. И то, что Бог совершил для Сары, Он может сделать и для вас. То, что Бог сделал для Мишель в Колорадо, Он может сделать и для вас сегодня. То, что Бог сделал для людей в Финляндии, когда они смотрели эфир, Он может сделать и для вас сегодня. Все это вопрос веры. Как я говорил вчера, ваша вера растет, когда вы слышите Слово Божие. Если все, что вы делаете, это смотрите телевизионные новости, CNN, не приведи Господь, постарайтесь не наполняться этим. Но если вы что-то делаете и смотрите эти новости, знаете тогда, что произойдет с вашей верой? Будет крутое пике. У вас не останется веры, потому что вера приходит не от слышания новостей. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И когда вы полны веры, вашу жизнь начинают наполнять чудеса, потому что вера является магнитом для чудес. Я повторю. Вера — это магнит для чудес. Чудеса приходят к людям, наполненным верой. Бога движут не наши нужды. Если бы Он был движим нашими нуждами, во всем мире не осталось бы нужды вообще. Бог движим нашей верой. Именно наша вера двигает руку Бога. Наша вера привлекает к нам Духа Святого. Именно наша вера позволяет нам входить во Святое Святых через кровь Иисуса Христа. Наша вера — это ключ. Вера — это дар с небес,
посредством веры, Бог приносит на землю свое чудо. Происходит транзакция. Только через веру. Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Вера — ключевой компонент. Как вы получили спасение? Вы уверовали и приняли спасение. Как вы увидели чудеса в своей жизни? Вы поверили и приняли свое чудо. А вот как все просто. Нет какой-то сложной формулы. Для того, чтобы увидеть чудо, не нужно делать что-то экстраординарное. Если веришь, увидишь славу Божию. Я хочу провозгласить вашу жизнь сегодня во имя Иисуса, что если вы будете веровать, вы увидите славу Божию. Сейчас мы посмотрим пару клипов. Я хочу показать вам один видеосюжет с чудом Божьим, которое произошло в октябре в городе Бразилия. Это действительно мощная история. Давайте посмотрим. А теперь беги в другую сторону. Аллилуйя! А вы видите это, друзья? Слава Господу! Аллилуйя! Расскажи, что ты ощутил на этом собрании. Когда вы молились за меня, я ощутил, как Бог возложил на меня руку, и боль ушла мгновенно. Исчезла всякая немощь, терзавшая меня до этого. Аллилуйя! Это мощное свидетельство произошло в Бразилии. Этот парень попал в аварию. Его мучила страшная боль. Как вы видели, на нем была специальная ортопедическая обувь. Когда сила Божия его коснулась, я вдруг почувствовал в духе, я ощутил это в духе, что я должен сказать ему: «Сними эту обувь, разуйся полностью». Я вдруг ощутил, что дар веры сошел на меня. Я действовал в тот момент в даре веры. Я сказал ему: «Сними с себя обувь и начни ходить и прыгать». Если бы не произошло чудо, он не смог бы этого сделать, потому что у него был перелом щиколотки, и прыгать в таком состоянии было бы настоящим безумием. Но я сказал ему: «Беги и прыгай». И как вы видели, когда он разулся, он начал бегать, прыгать и прославлять Бога. В тот вечер он снова посвятил свою жизнь Господу. И Бог дал ему слово. Он сказал: «Это является знамением моей любви к тебе». В течение этой недели чудес. Я показываю вам различные истории.
чтобы ваша вера укреплялась. Я делюсь с вами словом, делюсь чудесами, и потом мы молимся. И все это созидает вашу веру. У нас есть еще одно чудо. Мы запечатлели его на видео о женщине, которая родилась глухой на одно ухо. И когда я помолился за нее во имя Иисуса, это глухое ухо полностью открылось. В зале также находился ее муж и другие люди, которые знали ее раньше. Поэтому она не появилась из ниоткуда. Многие были знакомы с ней и ее ситуацией, поэтому для них это было явное, осязаемое чудо. Когда я помолился о ней во имя Иисуса Христа, ее глухое ухо вдруг открылось. Силой Божией она была полностью исцелена. Это тоже произошло в Бразилии. Я очень люблю Бразилию, во-первых, потому, что это моя родная страна. Я там родился. Я говорю по-английски, но я, тем не менее, бразилец по национальности. Я бразилец. До мозга костей, так сказать. Хотя сейчас я также уже стал до мозга костей американцем. Итак, сейчас я покажу вам видеосюжет об исцелении, который удивительным образом заставит вашу веру возрасти. Итак, смотрим. Кто ее знает? Кто пришел с ней сегодня? Вот мой муж. Муж? Муж, подойдите, пожалуйста, сюда. Возлюбленные, я так люблю истинные, неподдельные чудеса. Мы никогда не говорим о чем-то фальшивом и подвергающемся сомнению. Я хочу, чтобы люди увидели своими глазами, что Бог сегодня производит настоящие чудеса. Итак, муж, пожалуйста, подойдите. Какая у нее была проблема? Она вообще не слышала на левое ухо. Вот здесь, на левое. Сколько лет вы уже в браке? 7 лет. Когда вы познакомились, у нее уже была эта проблема? Да, от рождения? Да, от рождения. Зажми правое ухо. Теперь она слышит обоими ушами. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Иисус благ. Иисус благ. Я исцелена. Я исцелена. Воздайте великую славу Богу. Она родилась глухой на левое ухо. Глухой с самого рождения. А теперь она слышит. Аллилуйя! Как же чудесно видеть силу Божию в действии. Как я уже сказал, я говорю не о том, о чем прочел в книжках. Я не просто выражаю собственное мнение, свои мысли, но я говорю о том, что видел своими собственными глазами. Невозможно украсть у вас то, что Бог сделал вас и через вас. И вы не можете отрицать произошедшего. Мы так рады, что вы могли услышать это послание и увидеть эти великолепные чудеса. Мы знаем, что у вас есть хорошая возможность также поделиться тем, что Бог делает в вашей жизни. Когда мы делимся своими историями, мы высвобождаем надежду и загружаем веру в сердца людей. Эти чудеса приносят ободрение в жизнь многих людей.
а вы вдохновляете людей, созидая их веру. Я хочу вдохновить всех вас подключаться к нашим прямым эфирам на Фейсбуке и на канале YouTube. Мы делаем это со вторника по пятницу в 14:00 по восточному времени в США. Интернет поможет вам определить, какое это время в вашей стране. Эти прямые эфиры мощные и интерактивные. Вы можете присылать нам молитвенные просьбы, и мы будем молиться о них в прямом эфире. Мы высвобождаем нашу веру и получаем от вас истории о чудесах, об исцелениях и освобождениях. Мы приглашаем вас подписаться на наш канал в YouTube и на нашу страницу в Facebook. Я хочу помолиться о том, чтобы Божие помазание коснулось вашей жизни. Помолимся вместе. Отец, я молюсь во имя Иисуса, чтобы Ты коснулся каждого, кто смотрит эту программу, кто в отчаянии и в нужде. Я молюсь о том, чтобы Ты восполнил всякую нужду, освободил людей из плена. Исцели этих людей, Отче. Протяни свою руку, яви свое чудо. Да будет Твое имя прославлено во многих народах. Благодарим Тебя за то, что Ты касаешься своего народа прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Обязательно поделитесь с нами тем, что Бог делает в вашей жизни. Мы будем рады получать от вас письма. Оставайтесь, пожалуйста, на связи с нами. До скорой встречи, и да благословит вас Бог.